Сегодня целая куча работы. Делаю для Олега всякие разные маленькие его контроллеры. И сейчас буду свои тоже герметизировать термоклеем и термоусадкой. Итак, вот это вот здоровая дура на 15 мосфетов, на полтора киловатта. Вот такой вот производитель на Алиэкспрессе. Качество очень хорошее. Пока ничего у нас не сгорело, пока вообще проблем не было. Они даже не греются. То есть вот полтора киловатта они свои проводят, не греются вообще. Вот такой вот размер огромный. Вот эта вот маленькая штучка, да, я не помню, то ли 50 ампер, то ли 80 ампер она идет. Вот, здесь видите, вот написано продолжительно 70, то есть от 50 до 80 она где-то держит. Пиковая 200 у нее. Такая вот штука, там программируется, регулируется вообще все что угодно. И вот совсем маленький радиатор, такая у него мощность. И есть, соответственно, еще вот такие вот штуки. Олег говорил, что они на 100 ампер идут. И там пиково тоже что-то чуть ли не 300 можно в них засадить. Вот, точно я не помню. Но просто вот обратите внимание да, на размеры и, соответственно, на стоимость. То есть вот это будет стоить там, грубо говоря, 50 долларов. Это будет там, наверное, 80, а это будет, наверное, больше сотни. То есть чем меньше размер, чем большие токи она пропускает, тем, соответственно, стоит она дофига. Насколько это надежно, пока неизвестно. Посмотрим. Но вот такие большие, они точно надежные.